Общественники обратились в Следственный комитет России и попросили проверить вернувшегося в Россию историка моды Александра Васильева из-за осуждения им специальной военной операции страны на территории Украины. Об этом проинформировал телеграм-канал ШОТ. Инициаторами обращения в Следком стали участники организации «Ветераны России». Их возмутило, что жестко критиковавший Россию за СВО историк моды вернулся в Россию и беспрепятственно преподает в Москве. В частности, уточняет канал, его привлекли в качестве эксперта на программе профессиональной подготовки теории и индустрии моды философского факультета МГУ. Почему данный контракт до сих пор действует и не был расторгнут сразу после того, как Васильев эмигрировал и высказал свою позицию относительно страны? Задается вопросом Ильдар Резяпов, глава ветеранов России. Александр Васильев осудил специальную военную операцию России с первых дней ее проведения. Историк моды заявлял, что молится за целостность границ и уважение к культурному наследию Европы, а также предрекал России беспрецедентную изоляцию. К слову, у Васильева имеется французское и литовское гражданство.